Хей, hey, гости мишумки, мы продолжаем проходить игру под названием Last of Fears Наследие. А мы играем за дочку главной героини. Ага, смотрите, то есть игра на самом деле, видите, недолгая. Еще осталось два рисунка. Ну, погнали. Нам осталось только исследовать второй этаж. Так, а здесь у нас большая вариантность, да? Самый вариант — это идти в белую дверь, в нашу спальню. Крыса. Ложь, 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 ложь. Дверь закрыта, хорошо. Давайте, скримак. Но нет. Не помню, чтобы это тут стояло. Проигрывателя? Я тебя слышу. Пожалуйста, помоги мне. Больно. Мне так больно. Я больше не выдержу. Что происходит? Почему ты мне не поможешь? Ты такая же, как твой отец. Вам на меня наплевать. Ты, видать, так и ждешь моей смерти. Агрессивенько. Ну да, у нее тоже довольно мрачные воспоминания. Ну, нужно хотя бы диск тогда сюда. Так, давайте разместим последние картинки, которые мы нашли. Все, все рисунки мы прицепили. Готово. Ну блин, закрытая комната, по-любому в закрытую комнату нужно будет сходить. Я не знаю, стоит ли сюда идти сейчас. Ага, это как девочка все это видела. У нас есть выбор. Лево, либо право. Это так ее отец выглядел. А, подожди, это уже есть выбор. А у нас много дверей. Смотрите, у нас две двери. Либо я могу налево пойти, либо направо. Либо пойти просто в обратку. Ясно. Давайте пока что держаться против отца, так сказать. Ну, как мы видим, она видела себя очень маленькой. Поэтому мы также все это видим. Приветики. Подойди, не бойся. Оно не кусается. Вот, попробуй сама. Не хочу.
немножко не так. Все равно не то. А как? Кто бы там ни сидел за пианино, довольно. Окей, подожди, давайте я, наверное, звук немножечко прибавлю. Я что, неясно выражаюсь? Знаешь что? У меня есть идея. Неси мелки. Окей. Где мелки? Мелки. Вы где? Где мелки? А, тут. Можно я как-то хоть залезу, и я не вижу? О-о-о. Иксик. Вообще-то неплохо. Ты смотри. Похоже, у нас в семье объявился талант. Все? Теперь я могу идти? Да, могу. О-о-о, что? Скримак? Нас собака еще пугали, я помню. Да, собака. Но это она все видела, когда была маленькой. Ну тут, видите, меньше всяких вещей, которые мы можем с вами вообще вот почитать хотя бы. Их вообще почти нету. Типа, видите, мы сами можем выбирать дорогу. Типа, а дальше можем продолжить по музыкальному пути, либо по рисовальному. Но мы видим, как он уже в агрессии. Мы можем, как вариант, сначала помогать идти по ей линии, потом только по его линии. А потом, типа, меняться. Возможно, есть различные концовки. Пойдемте снова сюда. Сюда. О, пальма. Хе, как Марио. Я вижу Мишку. И что? Что-то я не шарю. А-а-а.
Который час? Живопись — сон, живопись — прятки, живопись — плач, плач — живопись. Зачем они такую камеру сделали? И что дальше? Я посмотрел ту на книгу. Что дальше? Который час? Мне откуда знать? А, подожди. Сон. Плач, живопись. Давай, наверное, сон. Сон у нас sleeping это. Короче, 23. 10:23. Осталось найти часы. Тогда я вообще что ни хера не понял. А, тут комната есть другая. Окей, поезд. Что за полоса? Нет, а полоса это я понял. Я пройти не могу, ладно, погнали в обратку. Она стала очень медленной. Хера не понимаю. Просто смотреть туда. Ну, я не понимаю. Что от меня хотят? Не врубаюсь. Минус 5 минут жизни. Что? Что от меня хотят? Я смотрю в эту точку и... Что я должен делать? Я просто по факту хожу туда-сюда. Может, где-то что-то на окне. Нет.
Я не знаю, я уже хожу, ни хера не понимаю. Может, на люстре что-то? Просто обычный проход. Но здесь ни с чем нельзя взаимодействовать. Вот в чем проблема. Почему я не могу пройти? Тут не скримака, тут ничего. Что это? Что-то дергать. Какой-то, короче, бах. Кусочек чего-то дергается и все. Нихера не пойму. Ой, короче, заебись. У меня бах произошел. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема, да. Откуда я могу знать? Я хожу туда-сюда, влево, вправо. Оказывается, это баг сраный. Вот и все. Смогу это сделать без тебя. Вот, теперь все работает хорошо. Вот что это было оранжевое. Просил тебя убирать это дерьмо из коридора. Ах, ну конечно, слезы. В этом доме это универсальное решение всех проблем. Наконец-то. Так, 3 кусочка рисунка улетело. Спички, фотографии.
подвал идти нам предлагают. Давайте я лучше наверх сначала схожу, чем в подвал. Да ладно. Глобус дышит. Прикольный глобус. Во-в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 о. Для чего так пугать? А это у нас уже когда начался пожар, да? Я замечу, что дверей уже нету. О, принцесса, не надо меня так пугать. Особенно, когда я работаю. Ну что скажешь? Ах, тебе нравится? Что ж, хоть кому-то это понравилось. Все. Олень. Привет, мистер Олень. Кажется, вас что-то капает. А, ключик нужен? Я вам, блядь, его возьму. Теперь знаю, где. О чем этот олень? Ох, Моне тут миниатюра. Видите, тут дальше просто одна картина, только его матери изображена. Ее матери. То есть это только здесь. Нам снова сюда. Я по воде хожу. Я по воде хожу, это плохо. Я иду.
Иду. Так, я вижу тортик. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, дорогая. Так, ладно. Чтоб тебе яблоки не толкну. Так, это за стеной. Что там? О, я вижу мяч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну ты что так делаешь, дружок? Да иду, иду. Ты что, с ума сошел? А что такого? Ты говорила, что намечается вечеринка. Я просто начал праздновать чуть раньше. Черт. Так, шкаф падает или что падает? Тихо, я успел. Просто бежим. На этот раз все выйдет безупречно. Должно получиться. Я докажу, что вы ошибаетесь. Вы все ошибаетесь. Что? Не сейчас, принцесса. Иди поиграй с куклами. Или порисуй мелками. Папа очень занят. Так, слышу звуки улицы. Но они ж не обваливаются, так ведь? О, какой-то монстр. А, это волк. Подожди, тут ничего не было. Нет. Ладно, погнали к волку. А, то есть она волка видела с... собачку. Ясно, скоро будем текать. Что ты наделала? Ах, ты не хотела. Конечно, это все меняет, правда? Сейчас она чудесным образом станет целой. Ведь ты же не хотела. Давай, убирайся. Разбивай вещи у себя в комнате. Окей. Почему мы все еще ходим мелкой? Я этого понять не могу. И нужно уже как-то заканчивать, потому что
довольно долго, когда это воспоминание закончится. Мистер Скоттер. Миссия кота. Такая музыка спокойно играла. Хотите, давайте в этой комнате с вами закончим. Пропал кот. Мистер Скутер. Награда. Все мои куклы и адрес. Ладненько, давайте мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.